каждый звук в стенах средней школы номер 10, а именно она стала площадкой проведения благотворительного марафона, наполнен теплотой душ и добротой сердец. На концерт, а позже сладкий стол и веселый праздник с участием аниматоров были приглашены ребята из объединения «Дети в беде». Мальчики и девочки, детство которых омрачено страшным диагнозом. Хочется сделать что-то доброе, хорошее, чтобы отвлечь их, чтобы они пообщались немножко друг с другом и забыли о своем несчастье. Наша миссия – оказывать помощь всем, кто в ней нуждается, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И уже у Брестской городской организации стало традицией проводить такие благотворительные мероприятия, приуроченные не каждому празднику. Свой вклад в организацию торжества внесли не только краснокрестовцы. Не остались в стороне миграционная служба Брестского района и представители газеты «СБ Беларусь сегодня». К выбору подарка в детворе подошли с большой ответственностью, учитывая индивидуальные особенности ребенка. Каждый человек, который осуществляет благотворительность, он в какой-то мере отдает частичку себя. Поэтому для меня и для большинства наших сотрудников, наверное, благотворительность остается на первом месте, отдавая и помогая детям хотя бы минимально. Получаешь максимальное удовольствие от того, что ты хоть немножко приложил руку к тому, чтобы дети хоть на чуть-чуть стали счастливее. Хочется сказать огромное спасибо организаторам просто за эту частичку тепла. Ну, просто огромное человеческое спасибо, потому что за эту поддержку это очень ценно и очень важно. Сказать, что к организации Красного Креста в Бресте относятся с большим уважением, не сказать ничего. Их главная миссия – помогать, и с ней они справляются на отлично. Благотворительные концерты, праздники и мероприятия для краснокрестовцев – это не разовая акция, а традиция, которая, без всякого сомнения, будет продолжаться еще очень долгое время.